Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанно Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Вашакипа Синду Бевич Патитананг Павоне Бхавашнаве Бхё Наму Нама Муканкароти Вача Ланг Пангум Ланг Хайт Гирим Яткипа Тамаханг Банди Парама Ананду Мадавам Бринда Вайту Сиде Байпия Вайкес Васача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопал Бхабад Дипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Ят Пада Паллабана Качандамани Чатая Биспуриджита Камепика Бабадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадхика Майкада Кипам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Раму Раму Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодатум Санкиртаной Капитару Камала Ютакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Раму Раму Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хиде Самбир Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Сансара Синдхутарани Хридаям Джадишад
Шанкиртанам ритарасе рамате маносчет премам будхау вихаране жади читта битти чайтанна чанда чаране курутанурагам чайтанна чанда чаране курутанурагам сансару синду уттаране хидаям жади сад Шанкиртанам ритарасе рамате маносчет премам будхау вихаране жади читта битти чайтанна чанда чаране курутанурагам чайтанна чанда чаране курутанурагам Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру said that to arrest the current perverted tide of this crazy world is seemingly unpleasant duty of Gaurīya Math. Gaurīya Goṣṭhipāti Śrīla Bhakti Siddhānta Sāsvati Goswami Thakura Prabhupāda сказал, что предотвратить неправильное положение дел и неправильное направление движения этого мира, это есть внешне неприятная обязанность Гауди Матха. Гауди Матх, он не отличен от читания миссии. Гауди миссия не отлична от читания миссии. Что такое читание миссии? Я могу сказать, что это и есть Гауди миссия. И одно очень важное. Это не обязанность Бхагавана или Верховного Господа проповедовать или какую-то новую сампрадаю открывать. Нет, это не обязанность Бхагавана, Верховного Господа открывать какую-то новую сампрадаю или проповедовать самостоятельно. И что же тогда? Шри Чайтанья Махапрабху, он не отличен от Бхагавана Шри Кришны. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху не отличен от Кришны Бхагавана. Оба они Сваямруп Бхагаван, не аватар. Это неправильная концепция аватария. Не аватар, а аватария, источник всех аватаров. Бесчисленные аватары исходят с него, из него. Все миры могут возникнуть по желанию Бхагавана. Поэтому это не обязанность Верховного Господа проповедовать или начинать какую-то новую сампрадаю. Это обязанность преданных. Это возвышенные преданные должны делать, а не Бхагаван. Нет. И Бхагаван, он может сделать это с помощью каких-то возвышенных преданных, как вот всех этих вышеперечисленных, даже с помощью Шанкара. Шанкара, он же проповедует неправильно, но все же он делает это по желанию Бхагавана. Шанкар Бхагаван проповедует Майяваду по желанию Бхагавана, и поэтому тоже считается. И вот таким образом мы видим, что это не обязанность Верховного Господа, это обязанность преданных проповедовать. И вот суть в том, почему тогда Бхагаван проповедует, почему Махапрабху принял саньясу, я могу ответить не сегодня, а сегодня тема другая. Почему Махапрабху принял саньясу и почему он проповедует? Почему? И это есть сокровенная причина этому. И вот Шри Чайтанья Махапрабху уже сказал, что толку для меня принимать саньясу, поскольку према — это мое сокровище. Она внутри меня. И что толку принимать саньясу?
према, когда према — мое сокровище. И вот так или иначе, миссия Шри Чайтаньи и Гаудия миссия не отличны друг от друга. Я все другое, все другие общества, другие сампрадаи могут возмущаться, почему мы так говорим. Кто-то говорит другое, но о чем мы должны думать? Об авторитетности мы должны думать. Если у нас наша авторитетность, у кого-то есть деньги, он открывает какие-то большие общества, но авторитетны ли эти общества? Кто может проповедовать? Что такое миссия? Каково значение миссии? Это какая-то особая цель? Кто-то может быть чьим-то посланником. Миссия — что такое? Материалисты могут много значений найти этому, но настоящее значение — это для какой-то абсолютной цели. Если какой-то возвышенный саду, они собираются вместе ради какой-то высшей цели, это и есть миссия, можно это назвать как Госвами Махарадж, Бхагаватар Госвами Махарадж, они были отправлены Шрилой Прабхупадой на Запад для проповеди, и Шрила Прабхупада написал им письмо, в котором он называет их, что они представители миссии Гауди Матха, Гауди миссии, чтобы никто не возмущался. И вот миссия, значит, материалисты могут как-то по-другому подумать, но наше понимание такого, что для подлинной проповеди учения Шри Чайтаньи Махапрабху без всяких задних мыслей, без отсебятины, без изменений этого учения, все, что мы услышали от Гуранги Махапрабху, мы это должны проповедовать в первозданном виде. Это есть Гауди миссия, и какие-то материальные организации тоже могут что-то пытаться делать, но их, как, ну, их дело как бы материальное, к отношению к нам они не имеют, как и мы к ним. А какова наша цель? В том, чтобы проповедовать подлинное учение Шри Чайтаньи Махапрабху в его первозданном виде. И вот когда я говорю, что такое миссия, как мы представители нашей Гауди миссии, мы должны проповедовать. Смотрите, сам Шри Чайтаньи Махапрабху, он Верховный Господь, но почему Шри Чайтаньи Махапрабху, он отправился проповедовать, если он сам Верховный Господь? Кого он представляет в своей проповеди? Самого себя? И такова лила. Шри Чайтаньи Махапрабху, он принял форму преданного и в то же самое время проповедует о Бхагаване Шри Кришне. Но мы знаем, Шри Чайтаньи Махапрабху, он хотел проповедовать свою... великолепие Шри Кришны, иначе кто бы его понял? Ну, причем вся эта гора лила, это объяснение Кришна лила. Is there any evidence? So,
И вот сам Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, Он специально и Шримати Радхарани также. Они лучшие из проповедников. Если кто-то спросит меня, кто главный проповедник проповеди, Кришна Бхакти, Радхарани, это Радхарани, Радхарани, она лучшая саньяси. Никто никогда не может сравниться с ней. И мы в таком состоянии, мы думаем, мы, будучи в материальном состоянии, мы думаем, что Нитьянанда Баларам — это наши, как сказать, главные в нашей миссии, так или нет, с нашей, с нашей точки зрения, мы не думаем, что мы возвышены. Мы думаем, что Нитьянанда Баларам, они наши, как сказать, главные в нашей миссии, это не обязанность Гауранги Махапрабху проповедовать, а ответственность за проповедь, она находится в области ответственности Нитьянанды и Гауранги, но все же Гауранга Махапрабху также проповедует. И есть сокровенная причина этому, почему, поскольку вместе с Гаурангой Шримати Радхарани, она вместе с ним, и вот это ответственность Нитьянанды, проповедь, она находится в руках Нитьянанды, или если Гауранга делает то по вдохновению Нитьянанды, как это, да, я говорю, совершенно сиддханту. Гауранга Махапрабху говорит, что ты делаешь меня танцующим, я танцую по твоим вдохновениям. И что это имеется в виду? В Лалит Мадав, был Лалит Мадав, стал Виддат Мадав, и Рупа Госвами подпишет, когда Радхарани, перед Радхарани, когда Радхарани чувствует разлуку с Бхагаваном Шри Кришной, однажды Лалита пришла откуда-то. О, Лалита, откуда ты пришла? Я пришла с того места, с того леса. Видел ли ты моего Шимасундара? Что он делает? Он танцует, танцует. Кто гуру? Он гуру. Я гуру. Я здесь. Пытайтесь понять эту глубокую философию. Мы должны быть очень осторожны. Много людей говорят, о, Махарадж, вы говорите о очень великолепных вещах, все под руководством Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, но никто не принимает это. Я знаю, не каждый может принять это, но все же с огромной верой, с энтузиазмом я все же продолжаю. Какие-то преданные говорят, Махарадж, все ценное, что вы говорите, они могут. Но не все могут это принять, поскольку многие пытаются как-то смотивировать публику для каких-то целей. Какие-то люди мне говорят, что должен одевать такую шифровую одежду для проповеди, поскольку я тоже саньяси, поскольку внутри 100 рупий, 50 рупий уже содержится, кто будет спорить. И вот Гурудев дал мне Дубаба Дживеш и также дал мне намек, и что я должен проповедовать Шанта Махарадж Бхакти, Лабхатирта Госвами Махарадж. Они все говорили, что я должен проповедовать.
И вот сегодня я хочу объяснить разницу между этими орденами отреченных, между саньяси и бабаджи веши. То есть я носят шафрановую, а бабаджи белую. И вот, то есть какова разница между этими орденами? И вот Шримати Радхарани спрашивает: «Лалита, откуда ты пришла?» «Я пришла с леса. Видела ли ты господина моего сердца Кришну?» «Да, что он делает там? Танцует, танцует». И кто же гуру? Ну, кто под чьим руководством танцует, имеется в виду? Кришна танцует под руководством Радхарани. Радхарани. Сказала, что он должен пойти и распространить свою милость всем обусловленным душам. И поэтому Кришна делает это, поскольку Кришна не может жить без Радхарани. И вот Радхарани говорит: ты должен раздать свою милость, иначе не приходи ко мне. И вот Шримати Радхарани такая великая личность, кто она смогла связать Кришну с своей любовью. И вот это очень внешняя любовь, она вроде незаметна, а по факту она более сильна, чем какие-то цепи. То есть внешне не видно, но Кришна, он находится в цепях любви Радхарани. Кришна может быть всемогущ, но все же перед Радхарани он очень слаб, поскольку она гуру. Ну, имеется в виду, тот руководит Кришной. И вот на нашем уровне мы не столь возвышены, по желанию Шрилы Прабхупады, я хочу сказать, то, что Нитьянанда Баларам гуру. И Гауранга Махапрабху также говорит, что я танцую в соответствии с твоими указаниями. Сам Гауранга Махапрабху в Читании Бхагавати говорит, и что могу сказать для проповеди учения Гуранги? Вся проповедь Гуранги, она контролируется Нитьянандой, поскольку это не обязанность Гуранги, это обязанность Нитьянанды. Нитьянанда, он Авадхут Саньяси. Авадхут значит... Они за пределами всех правил и предписаний, они могут одевать шафрановую одежду или белую, или вообще без одежды ходить в одной купине, говорить харикатху, как Шукадева Госвами, он был, ну, парамахамса, и ходил совсем без одежды. Я тоже могу говорить харикатху в одной купине. Но все же я должен действовать как ачарья и одеваться как следует, поэтому так не делаю, хотя могу. Я должен следовать правилам саньяса, поскольку вы позволяете мне говорить харикатху, я должен вести себя достойным образом. Если вы найдете какую-то ошибку, покажите, я ее исправлю. И Гурупад Падма также хотел дать мне саньясу с такой идеей, чтобы одурачить публику, что они не могли понять цель вот этого Бабаджи Веши. И Бхактивилла Тирта Госвами Махарадж тоже удивился, почему мне Гурудев дал Бабаджи Веши. И вот в этом был намек. Гуру Махарадж тоже дал мне намек. Может, ты хочешь скрыть себя, но все же ты должен проповедовать. И вот поэтому что плохого в этом? В этом нет ничего плохого. И сейчас я хочу обсудить очень важное относительно вот эти Бабаджи с Радхакунды и с Навадвипа, они спорят постоянно,
почему-то вот в Гаудимаче дают саньясу или бабаджи-вешили. И вот они постоянно возмущаются этим, зачем саньясу они получают, где не священно, почему получают, от кого. Я написал лет 15 назад им ответы на все эти вопросы. Возразить они ничего не смогли. И вот одного человека с той Кунды Махараш написал. Ну, в общем, Махарадж ответил таким образом этому, ну, этим, как там. Ну, вот этим бабаджи с этих кунд. Причем ответил таким образом, чтобы никто не обиделся и называл вещи своими именами одновременно. И вот там я написал Рада Кунд, я тоже не писал, назвал их Кундаваси Маханта. И вот Махарадж написал книгу, отправил им. И вот до тех пор, пока моя вода присутствует в нас, мы не можем получить никакое благо в проповеди. И вот под видом ачарьи, кто-то может занимать пост ачарьи, но при этом быть майяваде, который отклонился от пути, от пути Гуранги. И Бхактина Такура, я могу математически все это доказать. И вот это не вопрос борьбы. Мы должны доказать свою авторитетность. Мы должны доказать свою авторитетность. Наши слова, наша речь, наши действия, они могут доказать, что кто есть кто. Вот Махарадж говорит про этих бабаджи, что их слова, то, что они пишут, то, что делают, как себя ведут, они это все говорит об обратном. Может, они гневаются, но должны все-таки доказать на практике. И вот и суть в том, почему я начал таким образом. Почему я вынужден был сказать, что это Шри Чайтанья миссия не отлична. Именно не отлично от читания миссии, почему я сказал, не боясь. Да, я уверен. Я могу сказать об этом, не стесняясь ничего. Читание миссии, она не отлична от Гауди миссии. И то, что сказал Шрила Прабхупад, не только сказал, так есть множество свидетельств. Не какая-то сухая философия, у нас есть какие-то железные доказательства, можно вспомнить. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он лучший из Парамахамс. Он лучший из Парамахамс, и почему он взял, принял шафрановую одежду саньяси и данду. Есть определенная техника, если общество,
Вот есть много обществ, которые не, из 108 имен саньяси не берут ни одно из этих имен, и поэтому я вот тоже саньяси, но мое имя, оно не находится в этих 108 имен саньяси. В Упанишадах вот есть 108 имен, которыми саньяси принято называть тех, кто принимает саньясу. Но почему не все принимают эти имена? И вот я в начале всего и должен доказать, что я саньяси смиренно, поскольку Тринадапи, это слово, оно подходит саньяси. Я думаю, не все слышали это. Это слово Тринадапи, оно подходит к саньяси, поскольку если нет Тринадапи, то что толку от Триданди саньяса? Умом, телом и речью, когда мы предаемся полностью, то тогда мы Тринадапи. И это как в математике. Когда мы Тринадапи, то Харикатха, она сама явится в нашем сердце. Махапрабху вот сказал такие слова. Первое качество, кто совершает Харикатху, это Тринадапи, это смирение. И вот я пытаюсь доказать все математически на таких простых примерах. И вот в соответствии с наставлениями Шри Чайтаньи Махапрабху, если нет Тринадапи в нашей жизни, то тогда нам не стоит проповедовать, неважно, в какой одежде мы ходим. Но проповедовать без смирения, без толку. Поскольку сейчас много всяких саньяси и прочих, кто принимает эту саньяси. Ну, без как-то легкомысленно или, ну, как-то, ну, как сказать. Ну, без должного адхикара. Еще можно наблюдать некоторые саньяси. Ну, вроде получили саньясу, потом сами себе дают бабаджи вешать. Ну, это неправильно. А вот если бабаджи получили, тогда ходить в одежде саньяси – это нормально, поскольку в 100 рупиях содержится 50 рупий, но в 50 рупиях это, ну, пример саньясы 100 рупий, пример бабаджи веша не содержится. Поэтому это в одну сторону только работает. И вот среди наших гуваги есть много парамхамс, которые намеренно приняли саньясу для лучшей проповеди. И вот суть в том, о чем я говорил. Какова разница между саньясой и бабаджи вешам? Какова основная разница? Поскольку если мы не сможем понять, то Шри Чайтанья миссия, Гауди миссия, каждый будет заявлять, эти бабаджи, живущие с матаджи, будут заявлять, что они представители Гуранги. И вот как они смеют заявлять так, какие-то сахаджи. И вот в начале всего мы должны вот сказать, что Шри Чайтанья миссия и Гауди миссия – это то же самое. Поскольку когда Шриман Махапрабху и вся Гурварга, Шриман Махапрабху, Панчататва, вся Гурварга, они явились перед Шрилой Прабхупады, когда он совершал шатакоти, нам ягью совершал обет воспевания миллиарда святых имен. И вот когда он закончил, Гурварга явилась
перед ним, и они сказали, чтобы он шел проповедовать. Вот Шрила Прабхупад ответил, что у меня ничего нет, как я могу проповедовать. И Гур Варга сказала, что мы пошлем тебе все, что нужно для проповеди, не бойся. И что это значит? И вот с этого можно сделать вывод, что читание миссии Гора, когда вся Панчататва явилась и дала указание ему проповедовать, то из этого можно сделать вывод, что Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати, он глава всей этой проповеднической миссии. И вот если кто-то говорит, что Прабхупад говорил неправду, то что будет с таким человеком? I always like to speak in front of some limited people, very limited. Those who have some. Я люблю говорить харикатху перед ограниченным количеством людей, которые понимают хоть что-то, о чем я говорю. И вот Сочетание миссии, Гауди миссия, они не отличны друг от друга, но чья-то еще миссия, авторитетна ли она? То есть не все проповеднические миссии, даже заявляющие, что они якобы следуют Сочетание Махапрабху, не все авторитетны. И когда кто-то пытается изменить учение Гауранги Махапрабху, он автоматически отклоняется от его учения. И вот можете ли вы мне показать хоть один пример, когда Сочетание Махапрабху шел на какие-то компромиссы с кем-то? И вот сейчас ситуация очень критична, я не знаю почему, но я думаю, это невозможно. Но все же с великим энтузиазмом я пытаюсь что-то делать, поскольку они следуют, ну, в общем, не тому, следует не тому, чему следовало бы следовать. И вот перед тем, как выйти из этого мира, я хочу перед Гаурангой Махапрабху, перед тем, как я выйду из этого мира, я хочу зажечь какую-то сияющую лампу, чтобы этот свет учения Шримана Махапрабху распространялся и сохранялся дальше. И в этом моя миссия. Моя миссия и миссия Сочетания Махапрабху. Если вы хотите доказать обратное, попробуйте. Вот относительно Сидданты со мной еще никто никогда не спорил. Спорят на другие темы, но насчет Сидданты еще никто не спорил. Могут бы не завидовать, как-то мешать, но насчет Сидданты еще не было тех, кто пытались ее оспорить.
Кто-то смущается, что Махарадж в западные страны не ездит, и восточные тоже. Но ему не нужно куда-то ездить, его харикатхана сама распространяется туда, куда нужно. И вот я могу с уверенностью сказать, что Шичитани миссия и Гауди миссия — это одно и то же. И также, что делает Гауди Матх? Вот Шрила Прабхупад, в общем, Махарадж хочет напечатать еще раз эту книгу, что делает Гауди Матх, чтобы распространять среди образованной публики. Махарадж за книги берет какие-то деньги, поскольку в Индии все люди что-то берут бесплатно, как правило, выкидывают. Поэтому хотя бы 5 рупий надо взять с них, чтобы ощущалась какая-то ценность, и их не выкидывали. Махарадж поводил напрашно какому-то ребенку недавно, попросил пожертвования в 1 рупию, чтобы символически все было хорошо. Поскольку это миссия Гуранги Махапрабху, это не моя забота. И вот эта миссия Гуранги и Нитянанды. И проповедь, она происходит по их воле. И вот все делается по воле Гуранги Нитянанды, это их миссия. О Бхагаване Шри Кришне мы знаем. Проповедь — это не обязанность Бхагавана, но все же время от времени мы можем видеть, что Бхагаван Шри Кришна сам является в форме советника, который дает знание Гьяну Бхагават Дарму. Почему нет в Гите? Арджуна говорил, здесь вот Кришна действовал как ачарья. Я также говорю, последние вот 3 или 4 картика, даже учение Удавы, учение Кришны, данное Удаве, это обязанность гуру, ачарья. И Кришна вот в этом случае, давая наставление Удаве, он действует как гуру. И также в наших шастрах я могу показать вам Арчан Падьяти и другие. Кришнам Банде Джагат Гурум говорится. Почему? Кришна, он лучший из гуру. И в то же самое время Кришна, он не гуру. Он Кришна гуру, но когда он совершает Расалилу, то многие люди сконфужены, поэтому люди превратно понимают Кришну, весь мир превратно понимает Кришну о Расалиле и всем остальном. И Кришна, после того, как он ушел из этого мира, он думал, я пришел сюда, чтобы дать так много сокровенного. Но эти глупые люди, они не могут этого понять. Они думают, что я какой-то наслажденец, стремлюсь только к наслаждению чувств.
Смотрите, Кришна, Он Верховный Господь, Он украшен всеми достояниями в их безграничной степени. И вот Верховный Господь, смотрите, Бхагаван Шри Кришна, Он украшен всеми достояниями, качествами, достоинствами в их безграничной степени. Вот Махарадж перечисляет, Он всемогущий, вездесущий, всезнающий. И что еще? Все зависит от Кришны, что нет. Все, Шанкар, Браман, Нарайана, Вишну. Все. И вот. Айшварья, Самагасья, Вирья. Яша, Джаша. Как прославить Кришну? Как бы мы ни пытались, все же Кришна, слава Его бесконечна. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, когда Трипура Раджа, царь Трипура, царь Бардамана, здесь вот перед его титулом пишет Шри, такой-то, потом Ананта Шри Вибушита, что это значит. И вот наша Гурварга, она украшена бесконечными Шри. И вот Шрила Прабхупад, и наша Гурварга, те, кто следует Шрила Прабхупаде, Гауди Матху, они украшены бесчисленными Шри. И даже сейчас, услышав много харикатхи, если кто-то не может получить доступ в Гауди Матх, даже услышав тысячи лекций, все же, если у них что-то не хватает, и как же войти в Гауди Матх и обнаружить великое сокровище там, и наше ложное эго, или какое-то тщеславие, зависть, это все мешает. Я бросаю вызов, я уверен в славе Шрилы Прабхупады, поэтому могу за свои слова постоять все. Если кто-то выступает против Шрилы Прабхупады, то что толку от этого? То есть они могут прийти на дебаты со мной, и я уверен, что они даже прийти на дебаты не могут, хотя могут заявлять многое. И вот как Шрила Кешава Госвами Махарадж подал заявление против своего родного брата. Почему? Поскольку Шрила Кешава Махарадж хотел, чтобы он хотел следовать наставлениям, указаниям и учению Шрилы Прабхупады, поскольку
учение Шрилы Прабхупады, это учение Шримана Махапрабху. Понимаете, о чем я говорю? И вот Шрила Кешав Махарадж, он хотел избежать, и поэтому даже избегал своего собственного брата ради этого идеализма. И поэтому мы также должны следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, но не все могут следовать, кто-то оставляет саньясу. Ведь почему? А мы настолько глупы, что у нас нет, как, что мы бесхребетны. Даже какие-то другие общества, если выступают против Гауди миссии, то мы даже возразить ничего не можем из-за такой бесхребетности. И те, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и кому же следовать, весь мир в замешательстве? Мы пытаемся защитить свою душу для и жизнь, чтобы защитить учение Махапрабху, учение Гауди Миссии, мы готовы. Если, смотрите, какие-то борцы за свободу готовы оставить свое тело ради своей Родины, то почему мы ничего не можем сделать для Гауди Матха, для Гауди Миссии? Прабхупад уже говорил, что те, кто не могут посвятить свою жизнь огню Санкиртаны, который зажег Шри Чайтанья Махапрабху в Шивасангане, если они не готовы посвятить свою жизнь движению Махапрабху, то они, нельзя сказать о них, что они участники этого Гауди-общества, они находятся вне его. Otherwise, you can also someday say, Maharaj, your shadow is speaking. When the object, real means a prakita object, then shadow is not possible. But, like the case, Jogamaya shadow is not possible, but still possible. Jogamaya shadow possible, not possible. Jogamaya is, you know, a prakita. Jogamaya. Shakti. Это prakita shakti. И как тогда Махамая возникает? Почему в Брахма Самхите говорится? И вот в Брахма Самхите такие слова. Здесь говорится о тени. И вот те, кто таким образом отклонились от Гауди Миссии, я не знаю, вернутся ли они когда-то или нет, из-за того, что они скрывали факты. Я вот был практически в каждом Гауди Матхе. У меня времени мало, но все же я вот зашел в каждый. Ты не понял, что Махарадж сделал? Unknown, actually, but actually, this black soul.
В общем, Махарадж посетил буквально каждый Гауди Матхи, увидел, что все там находятся в какой-то майе. Следует тому, чему не следовало бы следовать, и наоборот, я попросил их, не нужно куда-то идти, на какое-то собрание, ну, какое-то тут собрание было, где, как которого пытались как-то придавить Гауди Матх, пытались скрыть настоящее место явления Шримана Махапрабху. Махарадж, кстати, какую-то на эту тему написал. И вот таким образом они такими действиями они говорят о себе как обычных падших душах. По их действиям можно это понять. Если у нас есть немного сознания, мы поймем, что их миссия к Шичитане отношения не имеет, хотя называться может похоже. Я одному ачарье сказал еще лет 20 назад, предсказал, что Махарадж, все, что вы пытаетесь, но все же вы должны доказать, что, ну, если посмотреть по сути, ваше общество просто какой-то воскресный клуб Кали. Хотя это называется красивыми словами, посмотреть на стиль вашей деятельности и проповеди, это стиль какого-то воскресного клуба, к духовности отношения не имеет. Taking some scotch and dancing with other wife, not personal wife. This is a gentleman here. At present, if I speak this kind of thing, I am uneducated, I am brute. They are gentlemen. Если сейчас я скажу об этом, то люди обидятся, скажут, что я не воспитан, не джентльмен. Что говорить о саду? They're learning from Dale Carnage. They're learning how to trick, play trick with public. I'm earning money. Oh, I'm earning. This way, whole world going to be cheated. I have nothing to do. But таким образом весь мир обманывается. Что же делать? И вот. И вот сегодняшний день я решил, что когда буду говорить Харикатху, буду одеваться как саньяси, и пусть люди приходят и спорят. Я буду выглядеть не как Парамхамса, а как саньяси. И вот сейчас я хочу обсудить вот эти важные вещи, какова разница между красной, этой шафрановой одеждой и Парамхамса Веша. Я могу привести множество примеров. Первое. Шрила Прабхупада сказал, что нет разницы между белой одеждой Парамахамс и шафрановой одеждой саньяси в Гауди Матхи, в Гауди Миссе. Поскольку так или иначе нам нужно исполнять указания Гуранги Махапрабху, чтобы поддерживать эту миссию. И мы уже в его миссии, и что, если есть, ну, мы носим такую белую одежду Парамхамса или шафран, разницы в этом нет. И вот Шрила Прабхупада много раз говорил, то, что белая одежда Парамхамс или саньяс веш, это то же самое. Я могу также доказать, я вот начал. О том, что если у кого-то нет смирения, он не может проповедовать. И те парамахамсы, которые получили Бабаджи Веш,
это значит, что саньяс уже внутри их, внутри этого ордена. И я могу день за днем говорить о значении Парамахамса Вишека как о как для участников этого движения я должен использовать Юкта Вайрагью, показать свою Радха Дасю или Нитьянанда Дасю. Если я принимаю тот или иной цвет, шафан или белый цвет Парамахамсы, то это все одинаково благоприятно для проповеди. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, когда принял саньясу, какова мантра этой саньясы? Этам самастаю паратманишта пурватамэр махадвир ахам таришвами дурантабарам тамаха мукуннанри мишел. This is the mantra. Secret mantra, no speaking, but this is written in Bhagavad. So Mahaprabhu started glorifying this. И вот эта мантра с Бхагаватам, Махапрабху ее проставлял, каково внутреннее значение саньяса и всей этой миссионерской деятельности. Нет ничего нового, только хочу показать вам, после принятия саньяса в Катве, вы не знаете, Махапрабху начал. Но ходить вокруг и спрашивать, где же Вриндаван, где же Вриндаван. И вот Махапрабху ходил и спрашивал, где же Вриндаван, и в процессе его Мукунда Севан Рото Койда Брахан. Мукунда Севай Хай Самсактаран. But you don't know Bengali. What I can do? So, what Mahaprabhu speaking? И вот Махапрабху что сказал? Махапрабху привел пример с Бхагаватам. Бхагаватам — это Триданди Саньяси. Там какой-то человек принял Триданди Саньяси с этой данды. Он наказал таким образом свою речь, тело и ум. И вот эти все местные всячески издевались над ним, но он ему было совершенно все равно, он принял саньясу, уже он таким образом развел смирение, терпя всех все их издевательства. И вот Триданди саньяса из Бхагаватам. Тут вообще Махараш говорит о тяжелой жизни Триданди Саньяси. И те, кто сахаджи, для них как этот that Rupa Goswami already wrote that indication, he already wanted to give indication that the first point, basic, is sannyas. In Upadeshamrita, oh foolish and idiot, you deserve that you are Rupanuga Bhakta, but you are not Rupanuga Bhakta. You are a fallen soul. Why you are going to fight with Gorima?
Вот Рупа Госвами в своей Упадишамрите говорит вот эти слова. И вот Рупа Госвами здесь говорит о том, что мы должны достичь уровня саньяси, с юкта вайраги, с таким, с гармоничным. И вот он Парамхамса, он лучший из Парамхамс, Парамхамса всех, Парамхамс, он лучший из Парамхамс, Парамхамса Варам, Парамартха Патим. И чтобы помочь нам прогрессировать на пути духовности, он принял саньясу специально, хотя он, его естественное положение — это Парамхамса. Он естественный Парамхамса Шрила Прабхупад, но все же принял саньясу. Для чего? Для того, чтобы вести нас. И почему он принял эту саньясу вешу? Почему он принял эту саньясу вешу? Чтобы продолжать миссию Шри Чайтанья Махапрабху, иначе не было бы другой цели. И вот, хотя он, естественно, Парамхамса, но все же он принял саньясу. Те, кто лучшие саньяси во всем мире, они выражают ему свое почтение, поскольку он лучший из всех. Говорить лекции — это достаточно просто. И в Бхагаватам говорится, у кого есть деньги, часто люди очень гордятся этим. Как вот Америка очень богатая, пытается как-то контролировать весь мир, но это очень опасно. И вот из-за изобилия денег они возгордили собой. И также можно заметить, что какие-то проповедники, которые разбогатели, начинают как-то пренебрежительно относиться к другим. Если бы они молчали, то, по крайней мере, сошли бы за умных. И вот какой смысл Упадишамриты? Рупа Госвами говорит, тот, кто тот, кто следует вот этой всей Упадишамрите, применяет ее в своей жизни, он может учить весь мир. You have no controlling over your speech, over your sense organ.
Если кто-то не может контролировать свою речь и органы чувств, как он может стать проповедником, если даже таких простых вещей не может? И вот так или иначе пытайтесь распространять харикатху как можно шире, и мы послушаем, что они скажут. Говорят ли они что-то из того, что сказал Шрила Прабхупада? Но Наротам Такур говорит. Что он говорит? Наротам Такур говорит, что смысл, ну, для многих проповедников, смысл их проповеди — это сбор денег с доверчивого населения, и в этом вся их проповедь. Но проповедниками не становится из-за этого. И первая основа проповеди — нужно проповедовать самому себе. И Шрила Прабхупада говорил, перед тем, как проповедовать кому-то, нужно проповедовать самому себе. Когда достаточно проповеди, вы совершили свой адрес, вы можете контролировать свои органы чувств и все остальное, то тогда вы можете проповедовать. И вот что Рупа Госвами хотел сказать. То же самое, что сказал Махапрабху из Бхагаватам. Здесь говорится, что он принял Триданди Саньясу. Хотел сказать больше, но времени мало. 2 часа — это недостаточно. Тут кто-то опоздал, что делать? И вот. Саньяс, Шрила Прабхупад, все наши гуруварга, авторитетная гуруварга, они все парамахамсы, но они приняли саньяс. Для чего? Для проповеди. Поскольку если они будут, приняли бы это. Ну, Бабаджи видит, что многие люди пренебрежительно относятся, что они, как сказать, ну, в общем, друзья, каких там жителей Кунт, ведут себя крайне недостойно, поэтому Бабаджи считаются чем-то таким неприличным из-за их поведения и проповеди, поэтому в Гаудиаматхе они такой больше являются такой не основной, а какой-то запасной силой, запасными этими запасными проповедниками. И вот Шрила Прабхупада говорил, что они, это Бабаджи Веш, это компенсирующий фактор саньясы. Хотя, по сути, они не отличны друг от друга, но шафран, он показывает, что мы проповедники, а этот... cannot prove that I have no bhajanista. Or my bhajanista is there,
То есть это Бабаджи Веш, он является компенсирующим фактором в проповеди. И еще кто-то говорит, и в общем эти Бабаджи с Кунды и с Навадвипы говорят, почему Санатан Госвами сказал, ну вот такую шлоку из Бхагаватам цитировал, что вайшнавы не должны носить красную шафрановую одежду. Ну тут Рактавастра в индийских этих языках оттенков особо нету, поэтому красным все, что называется, все, что там не белое, не синее, не зеленое, и не желтое, желтое тоже красным считается. И вот, вот они возмущаются, почему Санатан Госвами сказал, что красную одежду шафрановую вайшнавы не должны носить, а парамахамсы тем более. Каково значение внутреннее этого всего? И вот внутреннее значение в том, что Шрила Прабхупада и Гурувага говорят, Парамахамса Вайшнав, им не нужно принимать шафрановую одежду, чтобы показать, что они выше всех. Парамахамса Вайшнава не нужно принимать шафран и дандо, чтобы показать, что они парамахамсы. Им не нужно, они могут шафрану одежду носить или могут не носить, разницы нету. Они, конечно, могут, но могут и не. И вот вопрос, я могу объяснить это с помощью Санатана Госвами. И вот этот случай, это также связан с проповеднической миссией. Я правила предписания не нарушаю. Это тоже в той же категории, поскольку те, кто проповедует, если их внутренние бхавы не понять, то что же делать? Поэтому это связано с сегодняшней темой. Что такое читание миссия и вот что такое читание миссия и нужно объяснить и как позитивные, так и негативные эти значения. И вот суть в том, когда Джагаднанда Пандит снова и снова молился Гуранге Махапрабху, позволь мне, я хочу отправиться во Вриндаван. Нет, нет, пожалуйста, нет, не можешь идти во Вриндаван. Почему? Поскольку Махапрабху знал, что если Джагаднанда отправится, уйдет от меня, то по дороге он не дойдет до Вриндавана, он от чувства разлуки не даст ему, он на середине пути вернется. И поэтому, когда он говорит, что хочет пойти во Вриндаван, то толку разрешать нет. И сказал, вот однажды в жизни хотя бы пойду во Вриндаван. Нет, ты разгневался на меня, поэтому ты хочешь отправиться во Вриндаван. Нет, 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 вы что, я не злюсь на вас. И вот, в общем, они так говорили. В итоге он схватил Сварупа Госвами за его лотосные стопы Рамананду и сказал, что
Вот Махапрабху не позволяет мне отправиться во Вриндаван, он очень уважает вас, поэтому если вы попросите, то будет лучше. Вот они сказали Махапрабху, почему вы Джагадананде хотя бы раз в жизни не позволите увидеть Вриндаван, хочет отправиться во Вриндаван, хорошо, пускай идет. И вот Джагадананда начал готовиться. Махапрабху сказал: «О, глупец, иди сюда. Зачем тебе идти во Вриндаван? Мы думаем, что купим билет до Вриндавана, этого достаточно, но это глупо. Вриндаван так никто не может увидеть. Мы должны находиться перед Гуру и Вайшнавами. Мы очень глупы, тратим деньги направо и налево. Но наша такая путешествие, паломничество больше, чем больше как удовлетворение чувств, чем паломничество само по себе, там, где происходит абсолютно харикатха, зачем идти оставлять эту харикатху и ехать в какое-то другое место, там, где харикатха, там есть Вриндаван. И вот Махапрабху сказал: хорошо, если ты хочешь отправиться в Вриндаван, то пожалуйста. И вот когда ты будешь во Вриндаване, будь осторожен, каждая часть секунды, ни секунды ты не должен отходить, ни на секунду ты не должен уходить от Санатаны, даже без Санатаны, даже секунды тебе нельзя находиться, поскольку Вриндаван очень опасное место. Ты не можешь понять действия в Раджаваси, они сидят, делают чапати, кидают, говорят: «Кришна, бери». Вот так просто не предлагают Кришне. Я вот в Сурикунде был, жил в других местах, как собаки кидают чапати Кришне. Вот поэтому можно их как-то не понять или превратно понять, или недопонять. И вот Махарадж жил во Вриндаване, на подаяние, просил подаяние по домам в Раджаваси, видел, как просто не живут, как просто относятся к Кришне. И вот Махапрабху сказал: хорошо, пускай идет во Вриндаван. И первое его наставление было: без Санатана никуда не ходить на Гирираш, не залазить, обходить его вокруг, куда бы ты ни шел, на парикраму, на даршину. Все это должно происходить под строжайшим руководством Санатана Гасая. Вот Джагадананда, будь осторожен, поскольку Санатан Гасай, он Самбанта Гьяначарья. Он выбран Шри Чайтанья Махапрабху. Махапрабху назначил его этим Самбанта Гьяначарья. И мы никогда не можем оставить Санатан. И вот времени мало. Ну, что же делать? Много людей ждут меня. И вот я объясню эту шлоку завтра. Это первая шлока. Я уже начал с нее, и вторая. О том, что это весь мир, он без... То есть, несмотря на то, что у нас есть тилок, мало шафрановой одежды, но если у нас сознание, это другой вопрос. Махарадж об этой шлоке завтра будет говорить. I like to speak so many things, but time can't be. So nice, huh?
When you are failure, I take another step.